Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня 23 сентября 2022 года. В этом видео мы посмотрим, какой урожай из дерева фундука сорта Шедевр. Вот уже видно, орехи попадали, лежат на земле. Некоторые уже очень давно попадали. Наверное, недели 2-3 назад. Вот видно. На дереве, наверное, кое-что осталось. Вот. Вот здесь такие хорошие крупные гроздья. Этому дереву уже 6 лет. Оно ростом примерно 2,5 метра. Не больше. Да, где-то 2,5. Приблизительно. Вот уже видно дерево. Сережек очень много выкинуло. Сейчас мы струсим это дерево от орешков, от оставшихся. И будем их собирать. Ну вот урожай шедевра собран. Получилась вот такая вот полная миска. Сейчас освобожу от плюски. И затем пойдем взвесим и узнаем точный вес, который получился с одного 6-летнего дерева фундука сорта шедевр. Ну вот, вот такой урожай получился с шедевра. Конечно, меньше, чем с других деревьев, но в любом случае он больше, чем в прошлом году. Я, конечно, не помню, сколько был в прошлом году. Я, по-моему, по шедевру замеров и не делал. Зато в этом году я сделаю замер веса урожая. И отдельно в каждом видео это будет обозначено по каждому сорту. И, соответственно, в следующем году, отталкиваясь от данных этого года, я уже конкретно по каждому дереву буду знать прирост. Сейчас пойдем взвесим. Вот видно шедевр. Вот такой он круглый весь. Все признаки сорта шедевра. В этом году он крупный довольно-таки. С каждым годом размер ореха увеличивается. От большинства сортов фундука, конечно же, не стоит ждать больших размеров орехов первые 2 года урожая, а вот последующие орех уже выходит на полноценный размер. Вот. Итак, весы обнулили, тара 0. Сейчас посмотрим, сколько же получилось фундука сорта шедевр с одного дерева. Семьсот 50 грамм ровно. В принципе, тоже неплохо. Посмотрим, сколько будет на следующий год. С учетом того, что дерево не превышает роста 2,5 метра, я считаю, это нормальный урожай. В любом случае, в следующем году урожай будет больше. Все, кто хочет заказать саженцы различных сортов фундука, переходите в описании под видео. Там есть ссылка на сайт. На сайте указано наличие и возраст саженцев. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!